Высокие, статные и красивые. В этих артистов национальных ансамблей невозможно не влюбиться. Санта Ашаба родилась в Абхазии. Там, как говорят, талант танцевать в крови у каждого. В 7 лет она посещала студию танцев при государственном абхазском ансамбле «Шаратын». Позже талант и старания Санты привели ее в сам знаменитый коллектив. Мама привела еще в 7 лет в студию. Студия наша называется «Яйрума», в которой я танцевала. Это студия при государственном ансамбле «Шаратын». То есть я там протанцевала с 3 класса вплоть до 11 класса. И, естественно, меня заметили, что я вроде бы выделяюсь, и пригласили в дальнейшем танцевать в государственный ансамбль. 8 лет Санта проработала в ансамбле «Шаратын». Оставить любимый коллектив пришлось из-за перемен в жизни. Артистка вышла замуж и переехала в Карачаево-Черкесию. Здесь она быстро нашла себе занятие. Санта открыла в Черкесске студию национальных танцев. Изначально меня попросили помочь для небольшой одной группы. Была группа детей в размере около 6 человек их было. И потом, буквально за 2 недели, у меня набралось детей очень много, около 20 человек. И вот так вот моя работа и по сей день продолжается. Я поняла, что мне это дело очень нравится. Мне нравится работать с детьми, потому что они себя проявляют очень хорошо, раскрывают свои таланты. Сначала она обучила небольшую группу, а потом посыпались предложения. Сейчас у нее 4 группы учеников по 30 человек в каждой. Но Санта за количеством не гонится. Главное, чтобы качество танца удовлетворяло ее как педагога. Санта, она меня вдохновляет. Она бесподобный человек. Мне очень нравится, что она умеет быть на одной волне со своими подопечными, так скажем. Она умеет находить общий язык абсолютно с любым. Мне нравится то, что она делает из танцев целое искусство. Вот мне нравится, как она преподает. Видно, что она в своей сфере, что ей это нравится. И вот эта вот ее любовь к танцам, она передается и к нам. Я занимаюсь только месяц. Пока что мне очень нравится наш руководитель, потому что она уникальный человек, который может найти каждому индивиду отдельный подход. Ну, если честно, такие руководители на вес золота, потому что у нас в группе разновозрастные дети, то есть от 6 лет до 14, и Санта может каждому найти подход. В скором времени Санта планирует набрать и мальчиков, чтобы создать полноценный ансамбль. А потом уже можно заявить о себе на площадках различных конкурсов и фестивалей. Анета Дышекова, Мурат Койчев, Роман Баюра, Архыз 24.